Ну что ж, недалеко уйдя отсюда, мы продолжаем, друзья мои. Всем хайку, снова, как всегда, с вами я. Я не знаю, что нас ждет, но давайте посмотрим. Следующее, ближайшее задание, которое мы можем, в принципе, выполнить, это дорога. Дорожная ярость. Приключение, которое потребует немного сил на выполнение. Вообще надо быть офигевшим, да, убивать их всех до того, как они все подошли. Все будет замечательно. Ладно, у них война на самом деле идет между друг другом. Сейчас нам в ту сторону надо будет пробежаться. А пока я хочу убить вон того чувака. Просто потому что хочу. Ну или просто потому что могу. Не знаю, одно из двух. Ну, вообще зону подзачистить, так сказать. Это что это тут расплодились? Да, друзья мои? Совсем уже оборзели. Плодиться тут. Они вздумали, видите ли. Ладно, летим. Ну или стоим на месте, ладно, кому как везет. Музыка здесь на Ио красивая, мне нравится всегда. Всегда нравилась, на самом деле. Очень милашечная. Такая приятная для души, для тела, так сказать. Ох, я помню эту миссию. Ничем хорошим она мне не запомнилась. На самом деле весело. Ассистент, у меня для тебя задание, но боюсь, твоя плотская оболочка недостаточно прочна для него. Мне показалось, или ты сказал плотская оболочка? Здесь рядом есть гараж с бронированными машинами. Добудь одну из них. Да, будет определенно весело. И сейчас вы поймете почему. Там есть бронированные машины. И весь кайф в них. Ну, это засранец открыл все дело за меня. Ладно. Теперь ты вспоминаешь шахту военного ИИ. Векс очень интересуется его секретами. Но мы с этим покончим. И вот здесь опыт просто течет рекой. Причем убить нас на самом деле довольно сложно. Так, уничтожено, отражено, все вот это вот. Очень круто. Гидроинквизитор, а ну-ка иди сюда. Не нравится, что несмотря на то, что я вроде как убиваю, типа, сам по себе и не всегда попадаю, да, то есть, ну... Что за информация понадобилась Вексам в шахте военного ИИ? Военные ИИ тесно связаны с утраченным искусством людей. Музыкой, литературой, кино. Может, Вексы и не понимают таких эмоциональных глупостей, но они охотно используют их против нас, если мы позволим. Ну, короче, неважно, кто из нас убивает. Сам факт того, что мы можем убивать, это очень круто. Так, аккуратненько забираемся наверх. Это не обязательно, но... Почему бы и нет, я могу как бы, да, то есть... Ну, ладно. На случай, если мы просрали свое транспортное средство, мы можем взять новое. И продолжаем набивать опыт. Охотится он на вексов, на фенексов, на всех подряд, короче, охотимся, убиваем. Все, что видим, все, что не видим, вообще пофиг. Так. Скоро мы получим новый левел. И это будет очень круто. Мы делаем успехи. Хотя у меня есть гипотеза. Гипотеза? Ну, если вексы украли незаменимые данные, так может стоит их вернуть? Хотя бы частично, а не уничтожать? Ха, вернуть? Ха, да. Да, хорошо. Ладно, ладно, делай, как считаешь нужным. Идиотина. Короче, сейчас он нам расскажет что-нибудь интересное. А вексы не сдаются. Теорий, объясняющих их поведение, столько же, сколько криптархов в криптархии. Криптархов в криптархии? Что, прости? Криптарха, криптархес... Да, ё-моё, я даже так не выговорю, как хотел. Уничтожить 3 гидр. Ребята, давайте жить дружно. Мне просто нужно минуснуть гидру. Вспоминаем StarCraft, да? Неплохо. Что там за... хренатина? Ну, по-моему, нас сюда еще пришли. Так. Минус 2. Где-то здесь должна быть 3. Ну, я не думаю, что она будет там же, где была 2, ну, точнее, 1. Но опыт мы получаем знатно. Вот этого чувака надо убить. Угу. Вот именно по этой самой причине. Серьезно, она была там же, где и первая? Ашер, данные о целях не содержат ничего интересного. Это точно правильные вексы? Что значит правильные вексы? Ну, то есть... Это те роботы, которых мы ищем? Вексы бы не доверили столь ценные данные гоблинам и гидрам. Надо найти разум вексов, ответственный за вторжение. Ты иногда бываешь невыносим. Хорошо, будет тебе разум. Оу, это я чё, сам от своего пламени, что ли, заткнулся? Прикольно. Не-не-не, я думаю, что разум вексов надо уничтожать все-таки на боевой машине. Прикольно. Шанс уничтожить эту хрень, так еще и раскопки выполнить. Чего нет-то? Да, вот этих ребят избавиться поначалу. И теперь будет чуть-чуть полегче. Мы захватим этот буровой модуль. Захватите, взорвите. Главное, чтобы его тут не было. Больно вообще, друзья мои. Ай. Больно. Действие на страже один из одного. Ладно, сначала возьмем эту хрень под контроль. Ну, потом будем разбираться со всем остальным. Потому что разум вексов пытливый уничтожить довольно сложно. Ну и на это тем более 2 минуты с половиной осталось, так что мы либо типа займемся этим и получим неплохого опыта, либо ну нафиг как. Я за опыт. Ну тем более это не сложно. Веселые ребята-то, да? Давайте вот так сделаем. А, меня вот эта хрень бьет. Ну, ко мне присоединяются друзья. Напарники, можно сказать. Ай-яй-яй. Это могло быть больно. Мы сбили этот корабль прямо в небе. Так. Отлично. Мы забираем награду. Что вы там все громите, а? Мы подстрелили корабль и командира, а еще мы угнали модуль. Это весьма впечатляет. Вы превзошли мои ожидания. И, конечно же, куча файлов по проекту военный ИИ. Тебе надо на это взглянуть. Надеюсь, пригодится. Надежда – ошибка мышления. Для четких выводов нужны данные. А, да ладно, то есть они эту хрень убили, что ли? Прикольно, слушайте. Ребята, получается, мне помогли в каком-то смысле. И теперь у нас как раз миссия в 2 шагах от меня. Так что я сделал все правильно. Кабал гневятся. Тем временем мы загружаемся на новую миссию. Надеюсь, что там будет интересно, потому что я не помню, что это за миссия, честно говоря. Ладно, найти шахту военного И. Найдем, я надеюсь. Где-то она, видимо, здесь рядом. Блин, так красиво планеты, конечно, стоят. Прямо уф. Круто. Как всем известно, Завала планирует атаку на всемогущего. Твердолобые титаны. Уверен, мыслил он так. А, у Голла есть штука, которая разрушит солнце. Так зачем план? Пойдем на таран, и все. Это отчаяние, Ашер. Завала забыл, что не бессмертен. Уже нет. Похоже, мы близко, как и одержимые, вместе с вексами. Отправляйся к месту добычи энергоресурсов, страж. Используем военный ИИ, часть системы обороны планеты, и просканируем всемогущего. Так, мое веселое правило — убивать всех. Даже тех, кого я не хотел изначально. Ибо нефиг мне мешать, ибо нефиг мне мешать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зачищать зону, так зачищать. Че кого? Ведь так, друзья мои. Икора, мы обнаружили еще один бур, и он большой. Огромный. Отлично. Они пробурили проход в шахту военного ИИ. Сканер внутри. Ясно. Ищем пульт управления и избавляемся от бура. То есть ты мне еще сейчас предлагаешь нырнуть в бур или что? Ты что за мной бежишь? Ты ж мне люлей, что ли, дать? На, я тебе тоже их могу дать. Хватит пытаться меня убить так просто, ребята, вы чё? Я, конечно, понимаю, что у вас есть куча шансов. Но у меня есть гранаты. А у вас тела, которые не выживут после применения моих гранат. Поэтому вы как бы в минусе, ребят. Мы подключили к буру питания, но он не сдвинулся с места. Ха! Какое раздражающее соблюдение правил безопасности. Пульт ручного управления должен быть где-то неподалеку. Ну да, но он снаружи. Уму непостижимо, как эти близорукие недоумки из Красного Легиона не заметили, что пробурили дыру в шахте военного ИИ. И не такое случается. Всплеск параказуальной энергии. Количество стерильных нейтринных частиц возросло в 5-ро. Это значит, остерегайтесь одержимых. Найми уже переводчика, Ашер. Да, я думаю, мы справимся как-нибудь с одержимыми-то. Примерно вот так. Смотрите, что я нашел. Ладно, я их уже брал много раз, на самом деле, только другими способами. Типа через выполнение заданий или еще какую-нибудь фигню. Ну давай. Ну давай. Все? Я надеялся на что-то большее. А это всего лишь такая-то хрень. Не, так неинтересно. Да вы все время от меня убегаете. Ребят, я же хочу с вами дружить, веселиться, заниматься какой-нибудь интересной хренью. Ну, не знаю, там, макраме вышивать, например. Ну, окей. Видимо, не сегодня. Еще что за невидимая хрень. Так. Они еще исчезать задумали. Не, вы видите эту наглость, да? Ты охренел их подпитывать броней, чувак. Вообще ошалевшие ребята. Отлично, теперь ищем ручное управление. Ну, видимо, вот она. Кажется, мы запустили бур. Отлично. Отправляйтесь к месту бурения и проникните в шахту военного ИИ. Руки так и чешутся сорвать план Вавузеллы по атаке всемогущего. Ну, конечно. Я чувствую, что сейчас я со всеми этими ребятами встречусь. Ладно, разберемся по ходу действия. Ага, очень страшно. Да-да-да. Боюсь, боюсь. Ой, вот вы были немножко неожиданны. И то я скорее просто не ожидал увидеть прям при входе кого-то. Не более. Все? Ну ладно, бежим к буру, видимо. Так что же такое военный ИИ? Это искусственный интеллект, призванный защищать человечество от неведомого. Хм. Ого, бур включился. Что? Поднимите его, пока он не разрушил шахту военного ИИ. Как мне это сделать? Понятно, придется повоевать. Ну ладно, разберемся, думаю. Угу. Так, в смысле, типа мне вниз было не надо, но вот тогда показывали. За бред. Отстань от меня. Наконец-то. Спускаемся в шахту. Типа, ребята, меня что, решили в шахту опустить? Ну ладно, давайте я могу в шахту опуститься. Ашер, Икора, мы направляемся в шахту. Я и сам это могу. Это будет нечто. Я спрошу Завалу. Можешь сказать примерную разрушительную силу всемогущего в зета-джоулях? А он мне: нет, Ашер, не могу, ведь я беспросветный идиот. Не слушайте Ашера. Главное найти ИИ, подключить к сети, а об остальном мы позаботимся. Да это-то понятно. Вот сейчас было больно. Что за дерьмо вечно появляется, а? Ты и так невидимый, успокойся, понимаешь. Боже, как они меня хотят убить. О, нет, я помню эту миссию. Чёртова хрень. Подключаюсь к военному ИИ, чтобы начать сканирование. Да, мы видим, что происходит подключение. Ща будет такая жопа. Знаете, тот момент, когда ты, короче, стрелял, такой стрелял, типа крутой, все дела, да? Но промазал. Потому что ты лошара. То есть это как бы я сейчас в него ультанул своей ультой, но промахнулся. Вы же понимаете, насколько это убого, да? Вот этих хорьков надо уничтожать, потому что они дают щит всем. Вот эти вот, которые слева от меня. Типа вот этого чудика. Что за фигня? Как, с него, как напротив него, типа через него снаряд прошел? Такого, простите, вообще хрена. Ладно, просто через какой-то момент ты начинаешь понимать, что двигаться — это жить — это двигаться, и все круто. Ладно, продолжаем уничтожать военный. Как сканирование? Плохо. Всемогущий нераздельно связан с гармоническим резонансом трубок магнитного потока Солнца. Чего? Если Завал взорвет всемогущего, он взорвет и Солнце. Пора мне вернуться к команде. Скажи-ка еще раз, глашатай, чем ваши стражи заслужили свет? Какова цена такой силы и бессмертия? Преданность, жертвенность, смерть. Смерть. Поясни. Преданность делает храбрым, храбрость делает жертвенным. Жертвенность ведет к смерти. Можешь сразу покончить с собой. Преданность. Жертвенность. С самого рождения сбоем, заморшем. Как и принято у Кабал, меня выбросили, оставили умирать. Меня подобрал опальный старик-ученый. Он увидел во мне что-то стоящее. Он растил меня, учил, тренировал. А теперь из благодарности я стану орудием его мести. Мести империи, что предала его и саму себя. Изгнание, насмешки, боль — все это сделало меня сильнее. Я отдал все, чтобы добиться не просто одобрения, а славы. Моя маска глашатай скрывает воплощение преданности и жертвенности. Я не возьму свет силы. Сделать это будет поражением, а я не знаю поражений. Теперь ты понимаешь, почему я буду избран. Понимаю. Понимаю, сколько ты сделал. Операция на спутнике Юпитера завершена. Как только закончим клетку, будет все необходимое, чтобы начать процесс извлечения света. Доминус, все, чего мы добивались так долго, почти наше. Осталось одно — твой приказ. Нет, это не выход, мой друг. Но это верный выход. Единственный. Не для меня. Вот видите, Кабал, какие засранцы-то, а? Не ожидал никто, да? Да? А вот я знал. Так, мы летим опять на Ио. Так. Тут очень много красок, разной всякой фигни. Можем посмотреть, что у нас появились здесь новые задания. И есть еще вот заброшенный оазис на Ио. То есть, по сути, главная миссия нас сейчас переносит вообще в другое место. Мы начнем нападать на Кабал, по-моему. То, что, в принципе, Икора вроде с нами. Мы забрались. Круто. Я провожу эксперимент, ассистент. И ты будешь моей подопытной крысой. Мне нужно, чтобы ты собрала радиацию. А теперь иди, брысь. Мы рады помочь, но зачем тебе это? Что это за эксперимент? Я пытаюсь создать искусственный свет. Если у меня получится, то мы сможем создавать здесь новых стражей. Ничего не выйдет, Ашер. Это энергия, не свет. И наука бессильна воссоздать благодать. Ты так говоришь, но остановить меня не пытаешься. Ты хочешь, чтобы мой эксперимент увенчался успехом? Я это сделаю и оправдаю свою теорию. Так, ну, допустим, благостный свет-то мы соберем. Насколько это возможно, конечно. Но вот того чела я не убью, потому что он слишком силен для меня. Одержимые пьют что-то из земли. Мне без разницы, кто что пьет. Заканчивай быстрее. Полевая группа штабу. Мы облучены радиацией на 100%. Превосходно. Теперь надо перекалибровать энергию. Веди себя естественно, страж. Ударь кого-нибудь. Вести себя естественно и кого-нибудь ударить. Целостность очага уменьшается. Это значит, что мы все делаем правильно. Так. Новый очаг снизу, да? Минус один очаг. Замечательно. Ауч. Выскакивай. Нет. Я не успел. Так. Целостность очага почти убрана. 15%. Получайте, одержимые! Прорыв между измерениями уже закрыт? Отлично. Тогда вернемся к своим делам. Круто. Действительно, пора бы вернуться уже к своим делам. Поударять их. Осталось еще два. Вот вы и подойдете, я думаю. Привет, ребят. Как дела? Вам нравится? Мне тоже. Ашер, я отправляю данные. Нам продолжать их бить? Нет, мое снаряжение готово. Отправляйтесь на испытательный полигон. Если это сработает, это изменит все. Ну да, вопрос в том, сработает ли это. Прометей эпохи постмодерна, что было. Ладно, мы летим. У нас на самом деле не очень большая скорость, но... Мы подходим к испытательному полигону. Чтобы начать, активируйте полевое снаряжение. И поосторожнее с ним. Если сломаете, сами будете делать новое. Что-то происходит, Ашер. И еще к нам идет толпа одержимых. Да. Я ожидал, что их приманят антитеневые импульсы. Так, мне что-то не очень нравится, когда на нас идет огромная толпа всяких придурков, которая к тому же нас еще и бьет сильно. Чувствую, ничем хорошим это все дело не закончится. Но поистреблять-то мы их можем. Я, в принципе, даже не бродил. Снаряжение испускает какую-то энергию. Показатели моих счетчиков стали расходиться. Не дайте помехам одержимых помешать моему эксперименту. Одними световыми эффектами стражей не создашь. Так, минус одна ядро. Так, слишком много одержимых. Слишком много одержимых. Так, следующее у нас где? Ага, вон там. Ну, типа, круто же, да, что мы можем все это дело заминусить. Ух, а там, оказывается, их было много. В смысле победить вексов? Здесь еще и вексы, вашу мать. Вы прикалываетесь. Надеюсь, хотя бы Кабал сюда не пролетят. А то это будет совсем не смешно. Вы шутите, сколько у вас там, ребят? Я, конечно, не против халявного опыта, но... Не в таких количествах и разом. Боженьки мои, ладно. Так, ну они все, короче, сплываются к тому же самому месту, по сути. Боже, да откуда у вас столько-то, майки ваши? Почему вас всех должен убивать именно я? Неужели нет других бессмертных стражей? На испытательном полигоне чисто. Вы получили какие-нибудь результаты? Эта штука не заменит странника, ведь правда? К сожалению, мои прогнозы оказались ошибочными. Свет нельзя передать кому-то еще, так же, как и силу, созданную в ходе этого эксперимента. Он хочет сказать «нет». Мы не можем создать или захватить свет. Только странник решает, кому его даровать. Дайте знать, если мы еще понадобимся. Я не очень-то верил, что это сработает, но иногда хочется надеяться на маленькое чудо. Ну да, ну да. Ладно, ребята, я думаю, что на сегодня, наверное, все. Мы получили 21 уровень. Рады, довольны, как 100 подвалов. Поэтому все круто, надеюсь. Вот, увидимся в следующей серии, что могу сказать. Пока что все как есть, все круто, все классно. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам нравится вообще то, что вы смотрите. Все, ребят, всем пока, удачи!